Всем привет! В общем, сегодня приехал я на рыбалку половить форельку на озеро. Наконец-то встал нормальный лед, довольно-таки толстый. И я собрался с утра, решил поехать половить форельку. Что из этого получится, сегодня посмотрим. Заодно я сюда приехал сегодня потестировать свои новые снасти. Купил, во-первых, я вот такую вот заказал с AliExpress камеру подводную. Будем ее тестировать, тоже смотреть, что да как, надо оно, не надо вообще, покажет она что-то здесь или нет. Но я ее вообще-то брал, чтобы искать рыбу в другом месте, там, где довольно прозрачная вода и где ее действительно надо искать. Здесь не знаю, здесь в озере вода, в принципе, довольно мутноватая. В общем, посмотрим, будет видно или нет, и поможет ли она нам сегодня найти здесь рыбу. Также я себе приобрел вот такой вот небольшой спиннинг. Тоже будем тестировать, различных приманок набрал. Сегодня будем, в общем, искать рыбу при помощи камеры и пробовать ее ловить на спиннинг. Ну а также, конечно же, жерлицы расставил уже 5 штучек на пасту. Посмотрим, может быть, и на них будет что-то клевать. Сейчас я поставил так, что у меня паста находится недалеко от дна, буквально сантиметров 15. Если на такую снасть не будет поклевок, то буду переделывать чуть повыше. В общем, будем искать рыбу. Если что, я их сейчас поставил поближе к берегу. Но если поклевок не будет, то буду переносить дальше, туда, куда-то на глубину и так далее. В общем, рыбу сегодня поищем, потестируем камеру, потестируем новые снасти. Что из этого получится, вы сегодня увидите. Надеюсь, будет интересно. Приятного просмотра. Ну что, давайте затестим камеру. Для начала давайте забуримся вот здесь, прям рядом с жерлицей. Хочу посмотреть, как там она стоит у меня на дне. Посмотрим, заодно проверим. Так. Взял я, в общем, себе вот такую версию с катушкой. Но, блин, наверное, зря я взял такую. Есть версия без катушки, с обычной такой мотовильной. Ее, например, можно вот сюда просто на двухсторонний скотч прилепить. И будет намного удобнее. Просто почему я заказал именно эту версию? То, что она идет в кейсе, в таком. Я думал, что можно с этой катушки просто смотать вот этот кабель и все. Ну и на другую намотать. Но, оказывается, нифига она здесь сделана вот так замудренно. В общем, только в таком варианте. Давайте смотреть, в общем. Здесь пленка, пока что не снимал я ее. Ну, вот так вроде бы показывает. Также можно здесь включать-выключать инфракрасную подсветку. Ну и также делать запись. Так, вот оно дно. Ну, говорю, вода довольно мутноватая в озере. Но, в принципе, так немного видно. Подсветку сейчас включать смысла нет особо. Да, вода мутновата, конечно. На водохранилище будет поинтересней. Вот, кстати, видно пасту. Вот она. Нормально. Поднялась и на нормальной глубине стоит. Вот. Оказывается, все видать. Но рыбы пока не видно. Взял с собой немного я вот таких вот
резиновых червячков всяких разных. Начну сейчас вот с такой вот непонятной штучки. Посмотрим. Я думаю, если форелька есть, то клюнет обязательно. Так она интересно играет под водой. Не, форель точно мимо не пройдет. Что, похоже, сегодня сидят на одном месте, не получится рыбу половить. Пойдем искать. Пойдем сейчас на глубину. Вот там у меня по открытой воде судак клевал. На глубине там какая-то идет бровка такая прям очень высокая. Вот сейчас попробуем там забуриться. Есть поклевка. На крокозябру на эту. Ох, ничего себе, она уходит. Ничего себе, крупняк что ли. Нормально тянет. Ну, правда, лесочка у меня здесь 0,20. Хорошо тащит. Буквально только пару раз закинул, дернул и схватило. Я говорю, поэтому на одном месте смысла нет стоять. Да, но только, считай, пришел, и она клюнула. Тянет-то хорошо. Ой-ой-ой. Неужели крупная? Ух ты! Себе прет. Ничего себе. Вот это она тянет. Блин, не перепуталась бы леска. Здесь будет делов. Да, она тоненькую лесочку, конечно. Ух ты, ни хрена себе. Это что такое? Вы это видите? Ничего себе! Нифига себе там кабан! Нифига себе! Ой-ой-ой! Моя лесочка на такое не рассчитана. Нифига себе, да там 3-килограммовая. Блин, леска вся попуталась, позакрутилась. Ну давай уже, кругами ходит. Блин. Да, на такую лесочку, конечно, рыбачить
Еще то удовольствие. Давай уже, блин. Не хочет подниматься, кругом ходит туда-сюда. И леска об лёд трётся. Очень опасно. Да. И как мне ее поднять? Она не поднимается вообще никак. Она просто стоит, кругом ходит под лункой. О, да у меня здесь путаница. Не хочет вообще подниматься. Я раньше всегда плетенку ставил на спиннинг. Вот здесь вот перешел на леску. Ах, блин. На плетню, конечно, я бы увереннее ее бы тащил. Давай, блин. Ни хрена себе там. Кобыла. Ух ты, там у меня еще сработала жерлица. Давай, все уже. Сдавайся. Ни хрена себе. Вы видели? Фу. Ничего себе. Вот это я красной рыбки поем. Офигеть. Я просто в шоке. Вау. Пойдем жерлицу проверять. Пусть пока полежит здесь. Надеюсь, это сработка, потому что может быть, что и нет. А нет. Развернула ее вроде бы даже чуть-чуть. Ох, как лед хрустит. Опа, съела. Ну, блин, я был занят. Ну, что скажете, есть какие-то предположения насчет веса? Я думаю, 3 кило здесь есть. Вот такая вот рыбинка сегодня у меня попалась. Ну, хорошо. В принципе... А рыбалка еще только началась. Будем пробовать дальше. Вон с нее икра, кстати, посыпалась. Полная икрой рыбеха. Скинула икру форелька. Вот такую вот. Я сейчас в пару лунок ее закину на прикормку. Можно даже, кстати, и на крючок насадить. Кстати, да. Интересно, может быть и правда. Попробует на крючок ее насадить. Так, где у меня сработавшая жерлица? Вот она. А давайте попробуем.
Икра, правда, маленькая. Не, ее надо подсушить сперва. На какую-нибудь бумажку положить, чтобы она подсохла. Потом насаживать на крючок. Так слишком сильно вытекает она. Ладно, пока вот так одну поставлю. Та, которая там лежит, пусть подсыхает. Посмотрим сейчас. Может быть, возьмет форелина. Смотрите, какие горы красивые. Отсюда, как все это выглядит. Тучки чуть-чуть понабежали, а вообще солнечно было с утра. Не знаю, может быть, поэтому клёво нет. Все сидят, ни у кого ничего не клюет. Ну, раз так, то давайте я вам покажу еще одну рыбалку. Раз уж здесь клёво нет, ездил я по открытой воде. Как раз перед заморозками выдался такой теплый денек, и я поехал половить судачка на одно озеро. Там раньше водилось очень много судака мелкого. И я поехал чисто ради спортивного интереса его потягать. И вот кратко посмотрите эту рыбалку, что у меня там получилось. Довольно-таки забавная рыбалка была. В общем, посмотрите, а потом сюда вернемся. Заготовил вот такую вот кучу различных приманок. В общем, есть на что ловить. Будем пробовать. Глубина здесь приличная. Думаю, судачок вот здесь и должен стоять. Все-таки погода нормальная сегодня.
Вот здесь стоит мелочь теперь. Теперь я вижу это по спиннингу. О, видите? При падении как он дребезжит. Это потому что здесь как раз сейчас, видимо, вот этот котел мелочи весь. А я сюда микроджигу не взял. Ну вот. Интересно, рыба так перемещается. Ну ладно, пока попробуем чисто с удочка половить. Есть поклевка с удочка, надеюсь, если это я ничего не зацепил там. А, так, не понял, я кого-то забагрил, да, все-таки. Вот, в общем, какая здесь рыба плавает. Это просто карась толпой. Вот его я здесь постоянно и багрю, и чувствую, как он там дребезжит. Вот, одного подбагрило. Я уж думал, что судачка поймал. Вот они, видимо, вот здесь толпой и стоят, вот эти карасики. На микроджиг было бы прикольно половить. Но, правда, они далековато от берега получаются. Чтоб туда добросить мне микроджигом, нужно, конечно, блин, вес большой ставить. Ну, карася здесь полно. Карася я здесь видел и весной, когда здесь приезжал, там в начале, когда нерест идет, там его просто тьма была. Но он не клевал вообще, я ему прям под нос крючок с наживкой подводил. А они прямо так намели, прям все черное было, стоят и вообще не клюют. Ну вот смотрите, сейчас я буду вот здесь вот чуть ближе, когда проводить. Наверное, приближу кончик спиннинга, чтобы вы увидели, как он дребезжит. От того, что я попадаю в стаю рыбы. Здесь так набагрить больше можно. О, видите? Сейчас еще раз, смотрите. О, играет кончик. О, дребезжит. Это вот я сейчас... Вот, нужно как дергает. Это я сейчас протаскиваю как раз через кучу этого карася. Видать, сюда все это стадо сдвинулась. Ну, блин, далековато все равно микроджигом туда швырять. Конечно, здесь бы обычную донку зарядить, да можно ловить. Может быть, так и сделать. Похоже, еще одного забагрил. Ну, там их просто толпа, говорю, нереальная. Похоже, мне даже, блин, донку не надо ставить. Я могу карасей просто багрить вот так вот. О. Опять за задницу. Ух ты, какой хороший. Ничего себе. Напишите в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Но микроджигом далековато. Поэтому я сейчас думаю, что сделаю донку. И посмотрю, будет ли он вообще клевать на донку, этот карась. Потому что тоже не факт, что он и клевать-то будет. О, началось. Груз сразу не падает на дно, а вот так, видать, по спинам. Шнур проходит, и он постепенно, постепенно падает на дно. Ха, ничего себе, там толпа какая. С
Сейчас, надеюсь, мы забросим в самый котел. Груза теперь нам для этого хватит. Ну да, примерно вот теперь примерно до лед. Вот где-то там карась и стоит. Сейчас подождем, пока утонет. Опять, похоже, карася забагрил. Вот смотрите, стоит примерно в той же точке донка на червя и не клюет. Но он не активный. Но зато я его багрю, когда через столбу провожу. О. Ну вот так вот. Блин. Да что такое? Вот такая вот какая-то рыбалка получается сегодня. Интересная. На карася донка не ловит. Спиннинг на судака. Ловит карася. Не знаю, не помню, чтоб за всю мою рыбацкую историю когда-то такое было. Он сам багрится, я даже стараюсь не подсекать уже, когда чувствую такие вот дерганые подтяжки. Стараюсь не подсекать, чтобы их не засекать. Но все равно они как-то виснут там, на этот крючок. Представляю, что будет, если я мандулу поставлю с двумя тройниками. Там, наверное, протащишь, полная мандула будет карасями набита. Ой, как же это достало уже, а? Видите, карась, он неактивный. Спят они. Уже холодно. Ночами так прям конкретно холодно. Вон, еле шевелится. Поэтому, наверное, так легко и багрится. Очередной подбагренный. Что самое интересное, это все случается, как будто бы поклевка происходит. Это что-то ломится даже. А, я что, судака поймал все-таки? Да ладно. Говорю, случается похоже на поклевку. Нет, наконец-то поймал судака. Вот один в один, вот как карась клюет у меня задницей, так и вот этот судак клюнул. Тоже так потихоньку что-то подергал, подергал. Ну вот, такой вот мелкий. Все-таки взялся. Я же говорю, он должен стоять где-то, где карась стоит. Офигеть, ветер внезапно прям поднялся, очень мощный, блин. Все, рыбалки, похоже, конец. В общем, ветер никак не заканчивается. Там вон закидушка моя стоит, ее уже всю растрепала.
Вон она болтается. Похоже, все, на сегодня рыбалка окончена. Вот так, в общем, я там весело порыбачил. Ну, из-за ветра пришлось уехать раньше времени. И вот после того дня уже все, начались морозы. Льдом начали покрываться все озера. Короче, я иду на риск. Здесь вот, где лед сильно хрустел, иду сюда рыбу искать. Не могу я так сидеть на одном месте без клёва. Будем искать сейчас. Есть поклевка. И такая вот мелочь. Вообще мелкая. Но клюнула. Это уже хорошо. Значит, работает приманка. Я даже не понял, что случилось, если честно. Поклевка не поклевка. Ну нет, сюда я не за такой рыбой приехал, конечно. Поэтому эту я отпущу. Ну что, клёва нет вообще. Рыбаки сидят, друг на друга смотрят. Где только какая-то активность, все раз сразу в точку. Не, клёва нет нигде. Считаю, здесь все изрешетил жерлицами. Смысла нет, не клюет. Я уже здесь дорогой японский балансир купаю. Когда покупал, там было написано 100% рабочий. Он может быть и рабочий, конечно, когда рыба клюет. Но что-то все, тишина. Похоже, я буду собираться уже. Засветло домой поеду, пока пробок нет. Ну, я, конечно, сегодня свою рыбу поймал. Что тут говорить? Рыбу-то и неплохую. А такой даже мечтать только можно. Но даже не знаю, может быть, лучше даже бы я поймал 3 по килограмму, чем одну на 3 кило. Не хватает экшена. Бегаешь куда-то по клевке. Весь день просидел, считай, поймав одну большую рыбину. Ну ладно, ничего страшного. На днях отправлюсь искать новую, более интересную рыбалку. Насчет камеры, кстати, классная вещь. Подводную хорошо, что я ее взял. Для поиска стайной рыбы самое то, она подойдет. Вот я ходил где-то, где более-менее прозрачная вода. 2 метра видно спокойно, даже на этом озере. Благодаря этому стайную рыбу, в принципе, можно будет найти. Так что очень рад такому приобретению. Ссылку, если что, оставлю в описании. Советую, вещь очень классная, только не берите с такой катушкой, как у меня, берите с обычной, потому что вот это неудобно на удочку устанавливать, вот это все приходится. Ну а я все, сейчас уже все соберу, да поеду домой. Все, увидимся на следующей рыбалке, надеюсь, она будет еще более интересной, чем эта. Все, пока-пока.